Место преступления – съемная квартира в Кировском районе областной столицы. Именно здесь двое безработных жителей Самары фасовали опасное зелье на мелкие партии. Там их и задержали в ночь с 5 на 6 августа. Твоя какая роль была? Ну, просил 3 штучки сделать. 3 штучки сделать. Просил сколько штучек или какой-то вес определенный? Ну, определенный вес. Вес какой? Ну, разный. Ну, вот сейчас какой вес? Ну, там 7 килограмм. 7 килограмм. По информации наркополицейских, дурманящее вещество самарским клиентам не предназначалось. Его поставляли в северо-западные, дальневосточные и южные регионы России. Изъятое сырье тестообразной консистенции – концентрат наркотика. Из 18 килограммов синтетического зелья можно приготовить более 1 000 000 разовых доз. Расследование продолжается. Предстоит задержать организаторов преступной цепочки. Данный вид синтетических наркотиков – это, на моей памяти, да, единичный вообще случай. А вот именно в такой концентрации высокой первый раз, наверное, да. Ну, в настоящее время проводятся мероприятия в отношении установления организатора данной преступной группы. Надеемся, что в ближайшее время мы положительно закроем эту тему. Если вина задержанных в подготовке к реализации наркотических средств в особо крупном размере будет доказана, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.